They're here representing Russia. How about a warm Milwaukee welcome for Victoria Sanitsina and Nikita Katsalapov? Платье вполне возможно выбрано под цвет глаз обоих российских спортсменов. Виктория Синицына и Никита Кацалапов. Чисаро от Андреа Бочелли. Вот это уже очень серьезно.
сделан первый и очень большой шаг в сторону судейского признания Виктории и Никиты. Романтическую тему на песню «Чейсаро» от Андреа Бочелли выбрали Виктория Синицына и Никита Кацалапов, и, похоже, ни у кого не остается сомнений, что они полностью справились с поставленной на этот турнир задачей. Если хотите вкратце несколько слов, собственно, о тексте. «Моя любовь, может быть, ты знаешь, что завтра ты можешь меня не найти. Это не моя ошибка, но просто жизнь уводит меня от тебя. Каждый раз, когда ты услышишь фортепианную музыку, помни, что наши часы вместе, когда мы играли и слушали... Помни те часы, когда мы вместе играли и слушали музыку, и я буду там. Если ты будешь страдать, ты обязательно найдешь меня за собой, если, конечно, захочешь. И все в том же духе. И удалось передать Вике и Никите вот это настроение, которое пытался вложить в эту песню итальянец Андреа Бочелли. Ни малейших сомнений, что сейчас они выходят на первое место, причем с громадным, гигантским запасом относительно Пайпер Гиллис и Полем Пуарье. Вполне возможно, те очень серьезные испытания, которые выпали на долю Виктории и Никиты в предыдущем сезоне, которые они завершили, ну, можно сказать, что задолго до того, как планировали, не попав в тройку лучших на чемпионате России и не выступив ни на чемпионате Европы, ни на чемпионате мира, но все остальное, вся подготовка к нынешнему сезону была проведена не зря. Сейчас две передержанные поддержки находят бригада технических специалистов у российских спортсменов, и это может испортить всю малину, но не в плане потери первого места, нет, до сотни они не добрались. Лучшие на сегодня, на сейчас, Виктория Синицына и Никита Кацалапов. Предыдущий личный рекорд с запасом выбран больше 10 баллов. Самим себе образца прошлого года везут сейчас Вика с Никитой. Это было здорово.